Приветствую всех на канале Only Top Games, и у нас подошла очередь еженедельного розыгрыша игр. В этот раз это рогалик космической тематики Nova Drift, девиз которого выжить, эволюционировать и доминировать. Итак, коротко о самой игре. Nova Drift — это космический шутер, который сочетает в себе классический аркадный опыт с современными элементами RPG. Игра вносит механическую глубину и стратегию RPG в классический аркадный космический бой. Управляйте бесконечно развивающимся биомеханическим кораблем, сражайтесь с легионами странных и смертоносных врагов и прыгайте вслед за ними, исследуя гиперпространство. Ваш корабль быстро развивается по мере того, как вы побеждаете врагов, позволяя вам в течение нескольких минут настроить свои способности и вооружение под свои желания. В отличие от многих RPG, которые могут занимать сотни часов времени, Nova Drift позволяет вам собирать корабли от начала и до конца за одну игровую сессию. Особенности геймплея. Создайте уникальную сборку при каждом запуске. Игры быстрые, позволяют быстро экспериментировать, повторять и продвигаться. Хитрость и креативность вознаграждаются, когда вы объединяете модули обновления для мощного взаимодействия. Получите доступ к более чем 120 модульным улучшениям по мере вашего развития и расширения своего арсенала. Стройте, чтобы играть так, как вы хотите. Используйте укрытия, командуйте армией беспилотников, разряжайте свои щиты, заряжайте, сжигайте врагов своими патрулирующими устройствами или тараньте, вырываясь в их строй. Все эти тактики ведения боя работают. Разблокируйте различные режимы испытания, повышающие опасность, но и дающие большее вознаграждение. Ставки высоки, так как смерть вечна. Каждая игра генерируется случайным образом, что делает бой более интенсивным и непредсказуемым. Сражайтесь в компании или играйте бесконечно. Разработчик игры — тайландская студия Himeric, издатель — компания Pixel Jam. Локализации нет, но с базовым знанием английского языка вы сможете разобраться без особых усилий. Минимальными рекомендуемыми системными требованиями являются процессор мощностью всего 1 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и всего 250 метров свободного места на жестком диске. Для игры хватит даже интегрированной видеокарты, так что она без проблем может порадовать и обладателей слабых ноутбуков и ПК. Если вас заинтересовала данная игра, то получить ее вы можете совершенно бесплатно, поучаствовав в розыгрыше на канале. Условия розыгрыша очень простые. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и на группу канала ВКонтакте. В комментарии под видео укажите ссылку на вашу страничку ВК для связи. Это все. И, конечно же, не забудьте, что у вас должен быть открыт вид подписок и понравившееся видео, иначе я не смогу увидеть, что вы выполнили все условия конкурса. Победитель будет определен через неделю в следующем ролике по данной игре. Всем удачи, друзья!